Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Samsung Galaxy S20 Ultra, и сейчас я покажу вам, как на этом устройстве войти в режим разработчик. Итак, вначале вам нужно открыть приложение настройки, затем спуститься в самый низ и выбрать самый последний пункт – сведения о телефоне. После чего вы должны спуститься немножечко вниз, там может не спускаться, и выбрать пункт «Сведения о ПО». Здесь вы ищете номер сборки, вот так вот он примерно выглядит, и нажать на него нужно 7 раз. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Супер! Теперь для того, чтобы действительно стать разработчиком, вы должны будете подтвердить свой пароль экрана блокировки, который вы, в принципе, сами устанавливали, и режим разработчика включен. Возвращаемся дважды в меню настроек, основное, и теперь, спустившись еще вниз, мы обнаруживаем, что у нас под сведениями о телефоне появился еще один пункт настроек, параметры разработчика. И уж теперь-то, сколько перед вами открывается новых функций и возможностей, да, трудно представить. Краткий дисклеймер. Если вдруг вы что-то там наклацаете, сделаете так, что не сможете изменить и вернуть все на место. Короче, все делается очень просто, да, если вы там что-то наклацали, допустим, вытеснение фоновых activity, да, и теперь у вас никакое приложение в фоне в оперативке не работает, и вас это дико раздражает, тогда вы просто вверху нажимаете на выключение. Все, и вытеснение фоновых activity отключилось. Затем включаете заново, и тот же вытеснение, он уже не ставится на место. Да, то есть таким образом вы забрасываете параметры разработчика и пользуетесь телефоном далее нормально. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч. Пока!